После отъезда в Израиль примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева столкнулась с неожиданной проблемой. Российская платежная система «Мир» на территории Земли обетованной не работает. Между тем, именно на карту этой системы Пенсионный фонд РФ перечисляет исполнительница хита «Арлекино» пенсию в размере 55 тысяч рублей в месяц. Кроме того, как оказалось, есть у Аллы Пугачевой в России еще один источник денег, который пока, возможно, для нее недосягаем. Так, инсайдер сообщил изданию «Царьград», что на один из счетов певицы идут авторские отчисления. Тот факт, что супруга комика-иноагента Максима Галкина продолжает что-то зарабатывать на территории России, беспокоит политического советника Сергея Маркелова. Эксперт выяснил, что примадонна может получать в месяц огромные суммы. То есть сидит Алла Борисовна Пугачева и спокойно курит, а со всех радио России и СНГ ей тупо идут там несколько миллионов рублей в день на счета. Понимаете, да, ты, как говорится, либо крестик сними, либо трусы надень, рассудил Маркелов. Политический советник надеется, что в Госдуме в скором времени будет создана рабочая группа, которая рассудит, что делать со звездами, поливающими Россию грязью. Ведь многие уехавшие знаменитости продолжают получать из РФ отчисления за рекламу, за авторские права и так далее. Сергей Маркелов считает, что отвернувшихся от России артистов надо лишить возможности получать деньги в этой стране.